Привет, ребят! Играем снова в игру «Приключения в джунглях. Часть 2». Этот уровень очень сложный, судя по всему, потому что тут просто настоящий кошмар. Вы видите, все здесь крутится, все падает, и пока я даже не знаю, сможем ли мы его пройти. Но мы, конечно, постараемся, да, ребят? Ведь мы настоящие искатели приключений. Так, вот смотрите-ка, поворачивается платформа. Так, еще одна. Опа! Отлично, мы смогли здесь остановиться. Так, и проходим вперед. Смотрите-ка, едем на платформочке. А что же у нас здесь? Ребята, тут все падает. И что же мы... Да, мы прошли этот уровень. Ребята, вот мы оказались на каком-то уровне славы. Давайте попробуем его пройти. Смотрите, тут разрушаемые платформы. Ребят, это кошмар какой-то. Ну ладно, пока мы проходим вперед. Так, здесь еще одна платформа. Так, идем сюда. Ай-яй-яй. Ага, вот. Тут надо нам включить мостик, да? Открыть мостик. Давайте откроем. Так, тут какая-то еще платформа. И дальше что делаем? А, вот еще мостик, ребят. Так, фрукты. Дальше что? Заходим в конец уровня. Ребят, мы прошли этот уровень. Это было нереально сложно. Ребят, кажется, наши приключения в этом ужасном уровне еще не завершены. Точно. Смотрите, как кто за нами гонится. Это же огромный динозавр. Ого, на него подействовала бомба. Ну тогда хорошо. Значит, мы можем какое-то время его задержать, да? Отстань от нас. Отстань, говорю. Ребятки, это непросто. Но, кажется, мы на него, от него на время отбились. Так, а что здесь? Так, что у нас здесь? Лови-ка бомбу, динозавр. Отойди от нас. Отойди, кому говорю. Отстань. Ребята, у меня кончились бомбы. Что же мне делать? Так, лови-ка. Да, ребят, мы спаслись. И даже взяли одну жизнь. А вот и сам он, ребята. Чё это он здесь творит, а? Он хочет нас ударить кулаком.
Так, ну давай. Ударил нас один раз, больше мы этого не потерпим. Так. А что делать, бомбочки? О, бомбочки можно в него кидать, ребятки, круто. Так, ну давай-ка, что ты тут делаешь? Ого, ребят, это же огонь. Фу, от огня мы смогли увернуться. Так, давай-ка кидай снова бомбочки. Ха-ха. Одна бомбочка в него самого попала, да? Так, кулак, опять кулак, ребят. Ну, от кулака мы в этот раз увернулись, да? Отлично. Ой, огонь, огонь, ребят, уходим от огня. Так, увернулись от огня. Теперь опять камни. Кулак. Ну-ка, давай, 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 давай. Попробуй попади, попробуй попади. Не попал. Хоть ты и огромный динозавр, но не такой уж ловкий. Так, бомбочки. Берем одну. Так, и берем другую. Рано ты смеешься. Ты думал, что ты тут нас победил, да? А вот и нет. У нас еще много жизней, а у тебя уже нет. И вот сейчас, наверное, какая-нибудь из этих бомбочек будет для тебя последней. Ну-ка, бомбочка, не убегай. Лови-ка ее. Вот так вот. Ну и я был миленький динозаврик, да, ребят? Мы его спасли и расколдовали. Ого, ребят, смотрите, это же тот волшебник. Что он делает? Он все фрукты в какую-то вазу затолкал, да? Говорит, почему ты не умер? Ага, конечно, не умер. Нас так просто не убьешь. А вот и он, ребят, вот и последний босс. Ого! А он неплохо колдует. Но наш туземец ничего не боится. Эх, жалко, не получилось с него попасть бомбой. Ну ладно, сейчас получится. Лови-ка. И камушки поймай. Нас так просто не одолеть. Думаешь, если ты умеешь колдовать, так тебе все можно? Ого, ребят, смотрите, какой огромный шар плазменный он наколдовал. Но этим нас все равно не напугать. Давай-ка спустись пониже. Ага, отлично. Как тебе бомбочка? Ай, ребят, ничего себе, еле увернулся. Опять огромный шар. Ну ладно, хоть получилось опять увернуться, да? Так, а что это теперь? А, бомбы. Ну, бомбы — это хорошо. Бомбы полетят в тебя. О, нет, ребят, не получилось. Попробуем еще разочек. Да что ж такое? Ой-ой-ой. Огромный шар. Так, что-то не всегда даже камушки попадают. Так, ага, бомбочки. Ну все, сейчас ты точно не увернешься. Как тебе, понравилось? Так, ребят, что-то он делает. Он колдует. И что происходит? Их стало двое? Вот это мне не нравится.
Теперь каждый из них будет что-то колдовать. О нет, ребят. Так, ну-ка. Что такое? Вы хотите сказать, теперь вам это не поможет, что ли? Так, может быть, надо было в другого кинуть? Ага, попал, да? Так, ребятки. Кажется, тут я понял, кто из них кто. Вот. Так, один из них настоящий волшебник, да? А второй нет. Надо попадать вот в этого. Ну чё, не так уж много у него осталось жизней. Давай, 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 второй волшебничек, кидай. Смотри-ка, а, закрыл этот другой волшебник настоящего. Ну-ка, ну теперь мы не промахнемся. Вот же ты. И у тебя осталось совсем чуть-чуть жизни. И ты от нас не спрячешься. Ну все, давай-ка погибай. Ура, ребятки, мы победили этого злого волшебника. Ну что, ребятки, вот мы тут стоим, и ваза взорвалась, и что? Из нее полетели фрукты. И сова еле-еле, кажется, нас сумела-таки поймать, да? И мы не разбились, выпав из этого замка. А фрукты прилетели в деревню. Отличная работа, ребят, смотрите. В деревушке снова все фрукты на месте. Ребят, мы прошли эту игру, прошли «Приключения в джунглях 2». Рад был проходить эту игру для вас. Ребят, с вами был Влад Найт. Если вам понравились эти видео, то ставьте лайки. Ставьте лайк под этим видео, ставьте, смотрите другие части моего прохождения «Джунгли Адвенчурс 2». Смотрите мои новые видео, подписывайтесь на мой канал обязательно, ребятки. Тогда вы не пропустите новые интересные видео, которые я буду для вас записывать. До новых встреч, ребятки. Пока!